Красноярске подводят итоги первого межвузовского рок-фестиваля «Белые крылья». Всего несколько групп из тех, что показались жюри наиболее яркими, завтра выйдут на одну из главных рок-площадок города. О том, как рокеры-студенты боролись за право постоять на сцене след вслед за Би-2, крематория много свело, расскажут агенты деталей. Для группы из СФУ сыграть на студенческом фестивале – это не самый страшный экзамен. В прошлом году они участвовали в кастинге шоу «СТС. Зажигай суперзвезду». Но ни знаменитые ранетки, ни прочие столичные критики не оценили. Сейчас ребята уверены, на уже готовый список претендентов их музыка никак повлиять не могла. На студенческом фестивале все честнее, потому и эмоции настоящие. Да, эмоции вообще просто сейчас переполняющиеся. Внутри там дрожу вообще. Как бы интересно, как мы смотрелись со стороны. Вот. Очень первыми тяжело выступать все равно. Жюри оценивает и пение, и то, как группа держится на сцене. Отборы растянулись на 3 дня. Почти 30 коллективов предстали перед комиссией. Но только лучшие выступят на финальном концерте. Стимул есть очень хороший, потому что вместе с теми группами, которые пройдут на гала-концерт, они выступят вместе с очень известной группой «Озоновый слой». Послушать, как поют молодые рокеры Красноярска, можно будет уже завтра. Гала-концерт пройдет в Че Геваре. Начало в 21:00.